Йоу-йоу-йоу, это Кейсай, и Джибити тут, и это мое видео! Тут! Я сразу хочу сказать спасибо Universal за то, что я смогу взять интервью у Рока! Тем более, после выхода Форсаж 7. И еще вы можете меня спросить, что же я такое держу? Леди и джентльмены, это пояс чемпиона FIFA. Зачем у меня сейчас? Я просто хотел сказать вам, ребят, давайте смотреть видео, которые будут в будущем. А сейчас мы уже наконец-то начнем! Q&A! Эй, ребят, с вами KSI, All Legend DBT, и со мной этот мужик. Скажи свое имя, мужик. Дэн Джонс. Мне все равно, как тебя зовут. Ты должен делать это раньше. Ну я потом. Че, как дела, бро? Мне все равно, как у тебя дела, видишь? Видишь, надо раньше. Итак, в Форсаже 7 ты говоришь фразу «Папочке надо поработать». Папочке надо поработать. Ты ее где-нибудь использовал? Где-нибудь, кроме фильма, ну знаешь как. Говорил да. Кому? Да. Приведи пример. Женщинам. Ты... Особенно... Ты особенно как... Отвожу их домой. То есть, значит, это бывает часто. Отлично. Каждый раз, как их привожу, каждый раз, как провожу, сразу бежать. Форсажи 7. Тебе нравится использовать пушки, и при этом ты был в футбольной команде, в смысле, сокер-команде. По типу Арсенала, английского. Ведь есть те, кто считает эту команду клёвой. Но мне нравится Арсенал. Так, кто твоя любимая футбольная слэш-сокер-команда? Это гордость Чешира. Да, ты же их знаешь. Чё? Да. Чё? Я заметил, что ты уничтожал даже бетон в франшизе Форсажа. Почему тебя тогда бьет бумага? Потому что она всегда меня накрывает. Она тебя всегда накрывает. Когда подкатываешь девушкам, ты делаешь это как-то плавно или совершаешь форсаж? А ты хорош, ты хорош. Миксуй подкат. Да. Последний раз. Что ты приготовил? Филе лосося под нежным сливочным соусом. Получилось дерьмо. Я не знаю. Я не умею готовить. Спасибо, что пришел. Спасибо. Ты потрясный. Да. Люблю тебя. Все идешь круто. Я надеюсь, надеюсь. И быстро. Это был KCI All LGBT. Вопрос и ответ сроком. Спасибо за просмотр и мир. Перевод и озвучка виски. Не забудь добавить это видео к себе, так вступай в нашу группу, а ее еще нету. Просто поставь лайк, если тебе не сложно. Было бы приятно. Ага.